Всем здравствуйте, это телеканал Орехово Зуево, информационно-музыкально-развлекательная программа «Клубок». Все, что вы хотели знать о нашей музыке и наших артистах. Вот сегодня я нахожусь в такой уютной студии и хочу вам представить людей, которые занимаются бачатой. Вы спросите, что такое бачата? Бачата – это чувственные танцы. Именно в нашем городе есть группа людей, группа единомышленников, которые решили, ну, каким-то образом сделать культуру этого, да? Этого направления, да. Итак, знакомьтесь, Марина Абрабаналь, Сергей Гусев и Наталья Ефимова. Это не все участники, да, по-моему, у вас? Да. Нет, не все, конечно. Да. Вот. Дело в том, что, конечно, мы сейчас будем говорить об бачате, как это здорово, как это красиво, но для того, чтобы дать вам какое-то представление, что же такое бачата, давайте посмотрим выступление артистов, которые умеют легко и просто танцевать бачату. No puede haber testigos. Debe ser algo entre tú y yo, como dos fugitivos, escondidos en una habitación. Besaré todo tu cuerpo, despacito y en silencio, y con malicia te alaré del pelo y te haré el amor hasta que grites mi nombre. Besos escondidas, donde tú no eres algo más que mi vecina, donde tú pasas por desapercibida y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida. Besos escondidas, no hay confesiones a mejor amiga, no hay hombre ni mujer que nos lo impida. Esto debe ser secreto como un caso de nacía. Besos escondidas. Pon la hora y el lugar, que nadie sospechará dónde tú y yo vamos a estar. No me agregues en el Facebook y bórrame del Instagram. Esta historia nunca tendrá final y tus caricias siempre mías serán. Y mientras todos nos están buscando, tú y yo encerrados haciendo maldades. Besos escondidas, donde tú no eres algo más que mi vecina, donde tú pasas por desapercibida y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida. Besos escondidas, no hay confesiones a mejor amiga, no hay hombre ni mujer que nos lo impida. Esto debe ser secreto como un caso de la CIA. Besos escondidas. Come on. ¿Tú querías algo nuevo? Here you got it. Besándote toda, comiéndote lento, y tú temblando, muriendo de miedo, pensando que alguien nos puede encontrar. Besos escondidas, donde tú no eres algo más que mi vecina, donde tú pasas por desapercibida y yo soy ese tipito que no pintan en tu vida. Besos escondidas, no hay confesiones a mejor amiga, no hay hombre ni mujer que nos lo impida. Esto debe ser secreto como un caso de la CIA. Besos escondidas, tú vas a ser mi mujer a escondidas, y te complaceré. Escondidas, voy a erizarte la piel. Escondidas,
Итак, это танцоры бачата. Те люди, которые, ну, создают замечательные, прекрасные настроения. И тем более сейчас лето, жара, как раз для того, чтобы научиться танцевать бачату. Марина, вам слово. Почему именно бачата? Почему, скажем, не ламбада? Почему не сальса? Почему не уличное какое-то направление, а именно вот это? А почему именно бачата? Да. Ну, скажем так, сальса, кизомба тоже очень интересно, и у нас в планах, ну, как бы расширить ассортимент. Но бачата — это очень чувственный, очень музыкальный танец, и он достаточно простой технически, но при этом очень много удовольствия и позитива, когда танцуешь его. И мы с него начали, у нас здорово получается. За эти полгода у меня группа замечательно стала танцевать. Мы освоили бейсик и... Ну, то есть сейчас уже какие-то сложные движения делаем, нам интересно расти дальше. И в то же время просто проводим время замечательно, здорово. Танцуем раз в неделю здесь, даже маленькие вечеринки устраиваем, танцуем на природе. В общем, все получилось, и планируем дальше. Можно ли сказать, что бачата — это хореография? Хореография там, несомненно, присутствует. То есть все равно движение... Они, то есть мы здесь учим, чтобы это выглядело красиво, да. В бачате больше это отдых. Наоборот, надо прийти, и первое, что я говорю, это расслабиться. Особенно партнершам расслабиться, не быть напряженными, давать себя вести, давать собой управлять. Сейчас это очень сложно, женщины привыкли лидировать, ну, как бы такое время. В бачате мужчина, он полный лидер, он босс, он слушает музыку через музыку, он ее пропускает через себя, он как бы дает импульсы, дает направление движения. Женщина просто отдает ему свои руки и ни о чем не думает. И это как медитация. На самом деле это медитация. Это очень сближает людей. То есть в бачате принято меняться партнерами, никто не приходит с постоянным. Ну, то есть это можно, но это мешает процессу развития, потому что вы должны уметь с любой партнершей, с любым партнером танцевать. Вы должны выйти на танцпол, и за 3 минуты у вас должно получиться что-то общее. То есть вы не знаете человека, вы видите его первый раз в жизни, берете за руки, и у вас получается танец. Поэтому как бы, это как сеть ВКонтакте, но только там вы общаетесь с людьми через монитор, вы их не видите, и нам очень сейчас не достает общения живого. А здесь мы приходим, мы держимся за руки, мы слушаем прекрасную музыку, мы танцуем и отдыхаем. Бачата в нашем городе, в Орехово-Зуеве. Много у нас есть направлений, много есть коллективов. Кто-то занимается бальными, да? А есть бачата, это вот одно из направлений сальсы, латино... социальные танцы. Американские. Они социальные, то есть отличие, вот, например, бальные, спортивные, там спорт, там вы подолгу одно движение, несколько часов оттачиваете, это зарабатываете баллы, очки. А социальные танцы, они для социума, то есть рассчитано, что пришел человек, и за 3 урока буквально он уже научился и уже пошел на вечеринку. Обязательно. За 3 урока можно научиться? Ну давайте сейчас вообще за 1 научимся. Да, мы сейчас попробуем. Сергей, Наташа, вы как пришли к бачате? Впервые я с бачатой познакомился, не с бачатой, а вообще с социальными танцами, когда я в том году вот был в Питере, вот, и на стрелке Васильевского острова, там собираются люди, море улыбок, эмоций, позитива, все в светлой, яркой такой одежде, танцуют, радуются, вот, меняются партнерами. Вот, и это очень заводит, плюс ко всему публика их очень поддерживала, вот, и так, именно тогда вот я и загорелся этим направлением, и я долго по Орехово-Зуеву искал, кто же вот может вообще вот этому учить. У меня есть знакомые хореографы, но все мне говорили, что это вот только в Москве и только вот там, в столице. И в один прекрасный день мне пишут: «Марина, сама не хочешь ли позаниматься бачатой?» Я думал, ее кто-то, ей уже кто-то передал информацию, что я ищу, а оказывается, нет, это вот так вот у нас чудеса случаются, да. И теперь я уже, вот, кстати, 19-го еду в Питер и уже там буду танцевать на правах полного участника, как бы. А сколько всего у вас участников? Я смотрю, вот сзади у нас тоже подошел молодой человек. Павел, да? Павел. А сколько вообще ходит в группу вашу? Ну, у нас сколько нас?
Ну, около 10, наверное, даже побольше чуть-чуть. Угу. Да. Ну, как-то все меняемся. И все. Ну, вот давайте сейчас, да. Какой-то новый, как бы кто-то не может, кто-то новый поддерживать нас. Вот буквально недавно еще двое новичков пришли, мы опять учим базу, и в то же время сложные движения продолжаем учить. Сейчас мы посмотрим выступление наших артистов, уже не забугорных, да, а здесь вот, когда Марина, Сергей, Павел, Наташа... Сережа все это отснял на видео, и давайте мы сейчас это как раз и посмотрим. Sigue mi soledad, la imaginación me lleva a la noche que la pude amar. Su mirada me paralizó, con una excusa yo me acerqué y podré olvidar su nombre, mas su cuerpo no lo olvidaré. No sé quién es ni dónde va. Это самое время научиться танцевать бачату, этот чувственный танец, да, и вы будете, конечно же, лидерами и звездами на любой пляжной вечеринке, да что там на пляжной вечеринке, а просто придете на Исаакиевское озеро, либо на Амазонку, включите музыку и потанцуете бачату. Наташ, где можно танцевать бачату? Ну, вообще, я думаю, где угодно. Это, во-первых, даже дома можно понимать настроение среди знакомых своих. В общем-то, можно пойти куда-то, если в кафе тоже можно там, в принципе, показать класс. И вообще, я думаю, и действительно, и на улице мы уже, кстати, пробовали. Угу. Кстати, и привлекали внимание, люди заинтересованно смотрели так на нас. Так что... Ну вот Марина сказала, что можно научиться за одно занятие. Это правда вообще? Или как? Или все зависит от способности человека? Ну, дело тут даже не в способности, а в умении вот именно расслабляться. Потому что если... Вот, ну, ребятам, конечно, сложнее, им надо научиться уметь вести. А если девочка умеет расслабляться, то есть ее просто ребят ведут. Вот. Так что, в общем-то, девчонкам легче в этом плане.
Ребятам надо научиться каким-то движением таким. Ну, получается, что в вашу группу ходят и девушки, и юноши, и вообще с какого возраста-то можно вообще заниматься бачатой? Вот если сейчас нас сидит и смотрит, скажем, бабушка, и скажет, ой, говорит, вот мне тоже вот захотелось вот бачату, да? Скажем так, и во всем мире и бабушки танцуют бачату, и это много видео в интернете, все, любой возраст, и бабушки, и дедушки, и молодежь, и средний возраст, в любой комплекции. Она, да, она несложная физически, не надо никаких вот, не надо специально ходить в тренажерный зал, чтобы что-то здесь делать такое. Нет, там таких движений в принципе нет. Это социальный танец. Ты как-то говорила, что вот хорошо, что сейчас в группу стали подтягиваться молодые люди, потому что они же основа, да, или нет? Ну, в принципе, ребята в этом танце основа, это... То есть молодой человек пришел, он научился вести девушку, он полностью задает ей ритм, темп. И если девчонки просто одни девчонки, с кем танцевать, да, это сложнее уже. И я очень рада, потому что молодые люди, они дольше раскачиваются, что у меня вот такая поддержка замечательная просто. Мне с ребятами повезло. С девчонками, с ребятами. Это действительно как единомышленники подобрались, и других слов нет. Ну, получается, да, что это надо как-то внедрять в массы? Ну что? Вот, что ты так делаешь для того, чтобы... Ну вот общаюсь с вами сейчас. Ну хорошо, что у нас есть наше телевидение, которое рассказывает о бачате, которое рассказывает о культуре телодвижения, а ведь бачата — это культура телодвижений, правильно? Ну, безусловно, да. Я думаю, что если вы будете приходить танцевать, вы просто в жизни будете как бы просто лучше выглядеть в обычной жизни. У вас походка изменится, взгляд изменится обязательно. Откроете что-то внутри себя, что вы раньше не знали. Да, получается, что вот вы сидите дома, да, занимаетесь бачатой, выходите на улицу за хлебом и уже как-то идете к хлебу по-особому, так ведь? Конечно. Сразу спрашивают, а вы случайно танцами не занимаетесь, да? У меня, я не считаю, что есть большие способности в танце, но у меня есть большое желание и цель добиться хорошего результата, да, и вот девушки смотрят, появился, как говорят, чувство ритма, да, научился слушать музыку, да, и после вот... По сравнению с первыми занятиями, девушки уже сами отвечают, что гораздо приятнее танцевать стало со мной, так? Yeah.
Наталья, Сергей, Павел, который молчит, но умеет тоже двигаться и танцевать, и лидер этой группы, который занимается бачатой. А как вот лучше сказать, бачатианцы или как вы, или бачатцы вы? Кто вы? Бачатовцы. Бачатовцы, нет. Я как-то, знаете, не думала, как нас назвать, просто танцы. Смотри, Марин, но это танец, наверняка есть какие-то концерты. А что, каждый номер – это что-то такое неповторимое, что-то непохожее, или все-таки какие-то повторы есть? Ну, знаете, каждый человек неповторим, он слушает музыку неповторимой, соответственно, если это импровизация, то каждый танец, он уже не повторится, в принципе, да? То есть человек именно в эту секунду так чувствует. Но есть постановочные, конечно же, тоже танцы. То есть вы можете выучить более сложные движения, вы можете заучить их порядок, приехать, сейчас очень много фестивалей в Москве, по всей России, в Новосибирске был вот зимой очень огромный крупный фестиваль. Вы можете там поучаствовать в батле, в конкурсе и даже выиграть места, и как бы провести замечательное время, и в то же время посмотреть, на что вы как бы способны. Это если кого интересует сложность, кого интересует техника. То есть здесь два направления. Либо это тусовки, вечеринки, веселое настроение, ну, либо вы можете расти дальше-дальше, как бы сложнее. То есть, пожалуйста. Как вы подбираете музыку к бачате? Вы ее специально где-то ищете или вот услышали на радио, там думаете, ах, надо запомнить, надо вот сделать. И подходит ли там, скажем так, музыка наша для бачата? Музыка бывает разная, в зависимости от ритма. Вот. Бывает, слушаешь музыку, слушаешь ритм и понимаешь, что под нее можно танцевать. И действительно поднимается прям настроение, уже ну, придумаешь связки, представляешь. Разное такое бывает. Ну и либо захожу в интернет и прям ввожу слово «бачата», нахожу песни разные по настроению. Связки. Это... музыки. Вот музыка есть конкретно латино, то есть если вот наш человек не всегда уху привычный, да, а есть совершенно вот новые песни выходят, и они адаптированы в бачат-ремикс. То есть если вы любите обычную, ну как бы не латино-музыку, вы можете в бачате найти свои песни, просто они будут с ритмом бачаты, и танцевать их. И в принципе бачат танцуется на 8, это любой медляк. Вы пришли куда-то в кафе, не обязательно музыка бачата, но вы можете все это использовать просто на корпоративе, под любую музыку медленную. Да? Можно все это сделать. Не просто наши телезрители смотрят эту программу, но еще каким-то образом участвуют. Я предлагаю сейчас всем телезрителям оторвать свои мягкие места от диванов, от стульев, да, и вместе с нами попробовать разучить кое-какие движения. Для этого вам нужен еще кто-то, ведь так? В смысле, ассистент? Да, ассистент, хоть кто-то, да. Могу так что... вас? Да, можно, давайте все вместе будем встанем. Учиться. Да, будем учиться. Чтобы танцевать бачату, надо знать основных две вещи. То, что партнер ведет, и базовый шаг, basic. Basic – это 4 шага с приставкой. То есть это просто раз, два, три, 4. На 4 приставляется ножка. 5, 6, 7, 8. При этом мы расслабляемся. Коленочки у нас мягкие, то есть не такие, не прямые, мягкие колени. Бачата это на пластику танец, да? Он крадущийся немножко, мягкий. Это да. Раз. Просто повторяем. 2, 3, 4. Повторяем. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. 5, отлично, 6, 7, 8. Раз, два, перенос веса у нас, да? То есть я перенесла вес, раз, на два перенесла на эту ножку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Побыстрее. 2, 3, молодцы. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Lloro al saber que no estás. Mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así. Pero es malo saber que ya no me quieres a mí.
D.O.E. Extreme. Вот видите, как легко и просто научиться танцевать. Но для того, чтобы это было действительно здорово, профессионально, чтобы участвовать в различных каких-то акциях, соревнованиях, да, все-таки нужно обязательно это практика и практика в кругу замечательных людей, которые о бачате знают, ну, практически все. О сальсе, о бачате. Мы уже выяснили, что бачата и сальса имеют общие какие-то корни. Но самое главное, знаете, что это вам принесет много удовольствия. Ведь так ведь? Однозначно, да. Ради удовольствия, смеха, позитива, все это затевалось. Для меня это просто, мне это интересно. И я очень рада, что появились единомышленники, и мы танцуем. Мы надеемся, что после этой передачи в группу к Марине придет много еще почитателей, поклонников, и будут вот так же двигаться замечательно. Всем желаю хорошего лета вместе с нами, вместе с нашим каналом и вместе с бачатой. До встречи. Пока. Бачата айтс, амора, por ti hago lo imposible, te amo. Estoy llorando hasta que me cojan pena. Estoy llorando hasta que vean la verdad. Que yo te amo y no hay nadie que pueda. Nadie en este mundo que nos pueda separar. Estoy llorando hasta que abran sus ojos y por fin acepten la realidad. Soy un pobre diablo condenado a vivir solo, pero pelearé para nuestra libertad. Dile que al igual que yo, tú sufres por los dos. Tu corazón va herido y quiere mi atención. Y aunque no estés sola, sientes soledad. Soy tu compañero, tu otra mitad. Yo, Nick. What's meant to be is gonna happen. No matter what. Aunque tus padres no quieran, te amo. De calmarme, porque sus deseos no son buenos para mí. Ojalá ellos verme sufriendo y adolorido, vagando las calles sin dirección, sin destino. Pero esta vez yo he llegado dispuesto, con el objetivo de que me den tu corazón. Todo mi orgullo lo he dejado en el suelo, llorándole tanto para poder realizar mi sueño. Al igual que yo, tú sufres por los dos. Tu corazón va herido y quiere mi atención. Y aunque no estés sola, sientes soledad. Soy tu compañero, tu otra mitad. Dile que al igual que yo, tú sufres por los dos. Tu corazón va herido y quiere mi atención. Y aunque no estés sola, sientes soledad. Soy tu compañero, tu otra mitad. Hasta que vean la verdad, que yo te amo y no hay nadie que pueda, nadie en este mundo que nos pueda separar.